Мы осуждаем, да. Нельзя так поступать. Вообще это плохо. Это все я осуждаю, да. Это я все не одобряю. Подобное злодеяние не использовать в реальной жизни. Осуждаю. О! Может, его чем-то это самое, ну... Долбануть? Ну да, только чем-то интересным, чтобы его раз на куски размотало. А? Не, ну можно, подожди. Смотри, я сейчас креативки нам дам, чтобы мы могли нормально все делать. Да. На, держи креативку. Нажми Е, там у тебя все будет, чтобы все, что есть в Майнкрафте. Мы можем, в принципе, сделать ему железную дорогу вниз, а внизу нахуярить лавы. Не знаю, хотя это не самое интересное, наверное. Блин, я просто сам, знаешь, не то чтобы какой-то прям майнкрафтер. Нам бы майнкрафтера как-то... Слушай, а может нам просто взять, типа, бомбы поставить и его внутрь посадить и поджечь и убежать? Смотри, у меня есть идея. Смотри, давай вот здесь, короче, выкопаем динамит и нахуярим. Поставим очень длинный этот самый, как его, через редстоун провод. И вот здесь делаем рычаг, и он там взорвется. Мы издали будем смотреть. Можно, блин. Ну это так, лайтовая будет тема. Слышишь? Ну, а ты подключил эту шайтан-машину? Там можно, знаешь, как сделать? Типа, кто хочет, типа, напиздить дурака этого, можно там, типа, 100 рублей там убить его одним динамитом, 200 рублей двумя и так далее. Шо? Так и... это ж дописывать надо такую, у меня ж этого пока нет. А, ну понятно, сложность пошла. Да, сука. Да, я сделаю, типа, если как бы проблемы написать, такое вообще нет, чтобы там упало. А че он выбиться хуй? Дурачок этот, блин. Слышишь, а можешь это сделать вот эту бомбочку и проверить, чисто как она работает? Бомбу большую. Сейчас сделаем, смотри, 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 смотри. Пошли этого Николая призывать. А кнопка где, чтобы его ебнуть нахуй? Осуждаю. Сейчас, сейчас, подожди, подожди, подожди. Не торопись. Слышишь, нам надо это... Нам надо пшеницу где-то взять. А нахуя нам пшеница? Чтоб Николая заманить. А-а-а. Не, ну я могу нового просто... Так я могу его добуцать сюда. Смотря... Вон он ходит. Сейчас я его сюда. Ты не убьёшь пока. Да не, я вот так аккуратно ногой, блин. Все, сейчас. Сейчас я его прям в клетку забуцаю, как девочка. Ну ты только реально аккуратно. Блять, он умер, нахуй. Слышишь, подожди, подожди. Блять, ну я же говорил. Да он умер, как девочка, блин. А тут еще бегает. Вон еще один, еще один. Бей, надо, надо, смотри. Надо как с настоящим, смотри. Опа. Ага. Это гномы. О, пошел. Видишь, видишь? Это у меня онлайн в руках. Ага. О, какой послушный, блин. Ну все нахуй, блядь. Нет, а сверху надо открыть, чтобы смотреть. Да, подожди, подожди. О, смотря. Не-не-не, подожди, подожди. Мы с другой стороны лучше. Тихо. 3450D. Это за то, что он накручивал себе онлайн. Наказание. Это наказание за накрученный онлайн. Ну все, блядь. Да накручивался, падла. Смотри, сейчас будет. Иди сюда. О. Нажимай. О. Ну. Блядь, я побежал, да? Соснула, падла. Он сидел на пороховой бочке. Надо еще, только побольше, чтобы аж так нахуй полкарты вынесло. Это если что, без хейта, это все любовно. Да, да, это просто, да. Это шутка. Это за онлайн накручено. Да. Просто чтобы наказание было... такое. Не хочешь музыку там эпическую включить? Ну это потом, когда он будет умирать. Ну, да. А как ты думаешь, какую музыку слушает? Я думаю, он слушает треки из «Каламбур» была такая передача. Помнишь, там? А, тут. Помнишь, да. Ты еще врубал это на стриме, любимом, где ты летал на двоечке от новотерочки и сажал самолет на Хуанаманку. И пил куророр. А, да. Все, хорошо, я понял. Слышишь, так это ж не самая сильная тротилка. Там есть еще сильнее. В смысле?
бомбочки еще сильнее. Сильнее бомбочки еще есть или нет? Это ты с модами играл, видимо. А, да. Там ты прям вообще раз. Жесть. Мы просто этим дохуя наставим, будет то же самое. Жесть. У кого вообще лагает? Не помню, у меня все гладко идет на потоке, если что. Не знаю, мне кажется, они специально, блядь, они знают, что, типа, на этом канале у меня модераторов нет, и они специально это пишут, да, чтобы меня оскорбить, да, зараза. О, готово, я так посмотрю. Не-не, ты клетку дай, чтобы я смотрел за происходящее. Подожди, все сделаем, все сделаем. Да, супер. Помнишь, что у Линка был друг, которого слышал только он? Конечно, помню. Да, да, да. Мы с ним не было никаких друзей. Да, да, да. Кто его слышал, тот по YouTube существует. Да, да. А? Кто сделал? Кто? Не слышал. Можно нажимать, да. Ворует образ с 2007 года. А наворовать на нормальное железо не может. Плюс стремится времен царя Гороха. А в настройках разобраться не может. Акселерат франшиза недорос и вселезнко слюнявый назваешь мурдяк. Запускай давай его сюда. Да ща подожди. Ну что ты торопишь? Надо, чтоб красиво ж было. Запускай эту гадость. Ай, да я. И как это называется, знаешь, будка? Бахнет как следует. А как это мы назовем эту будку? Стримерская никоглая. Точно! Это знаешь, как называется? Это накрутчик бота. Стримхата. Это стримхата, да. Стримхата накрутчик. Это стримхата, и здесь надо. А у тебя есть еще там всякие Даши, индейки, вот эти вот. Туда их всех. Ну пока еще нет, пока у меня только никогла есть. А, блядь. Процесс добавления будет облегчен очень сильно. О, бля, да как кровать там ему и не обязательно. Пускай. Должна быть достойная жизнь перед смертью. Да. У овечки. Запускай. Ща, подожди. Ну запускай, блин, я хочу посмотреть. Ну что ты так... Ну запускай, бля. Ну сейчас все будет, не трать. Запускай. Пениться ни на ком, нахуй надо, я шо, дурак, блин. Ха-ха, да, ты уже и так дренатый, блин. Тихо. Блин. Ха-ха, бля. Нихуя себе, чё они такие большие? Жирные, блядь. Бля, пиздец. Они не вмещают, заходи. Коля, блядь. Ай, блядь, ты что делаешь? Блядь. Ну ты дверь сломал, блин. Коля, заходи, блядь. Да это Коля не мог зайти, мешало ему, блядь. Сейчас я этих Коль поуничтожаю. Не надо, пускай тоже заходят. Да они не хотят, они боятся. Сейчас я их загоню, они не боятся. Просто им надо... Слышишь ты, блядь, вернись. Коля, заходи, заебал. Вон от правого. Да, блядь, нахуй. Коля, сука. Коля, заходи. Ну, Коля, ну ебаный рот. Коля, да заходи, не стесняйся, стримхата ждет, блядь. Тут все собрались, бустер, братишки, ждут все. Заходи, заебал. Даша индейка. Даша индейка, все здесь. Все в сборе, так сказать. Вот она, сука. Попался, падла. Да. Это так называемая стримхата, завод. Завод стримхата. Ну что, обидно, да? Обидно? Ну все, все да. Рычаг. Все, поставил рекорды, попал в историю, рычаг да, сука? Там, он далеко. Обидно, да? Забудь нажать, обидно, будет. Сука, да, сука? Все, подло, блядь, лыбится, ходит, сейчас поулыбается. Вот тебе, блядь, новый рекорд сейчас будет. Тварь, блядь. У, сука, докрутився, падла, докрутився, туби пизда, все. Смерч. Так иди сюда. Сейчас як ебане, сука. Да, я. Все здесь собрались посмотреть. Все. Братишкин пришел. Бестер пришел. Эвелон пришел. Все здесь. Вся стримхата твоя. Обидно, да. Хотел попасть, так сказать, в историю. А получил пизды. Обидно, да, Коля, сука. Игорь, взрывай, ебашь его! Игорь, ебаш! Игорёк, давай! А-а-а-а! Э-а-а-а, бля! Разрывай!
смерть. Жесть. Это реально разрывная, а не эта хуйня в ТикТоке. Матве, а как двигаться на нем? Или он сам, типа? А он сам двигается. А, давай, да. Смотри, умный, ебать. А ты включи изображение-то на стриме, никто же не видит. Как это видно, там все включено. А видно? А ты хочешь... А, ты хочешь, чтобы он упал туда? Так я тоже умру тогда. Да не. Все будет смерть. Жареный барашек просто. Да не галай, подожди, у меня сено. А ладно, мау. Считается. Решетка Фриопена. Сладкий какой мальчик. Ручка? Слаще Эм Чон Гук. Ух, ё-моё. Спасибо, фанат. На, тебе дал, пены. Слышишь, я тебе дал. Да покажи мне мир, так сказать, расскажи. А, расскажи о гномах. Поведали, я послушаю. Ну, есть гномы. Они ходят за золотом на завод. Вот. На заводе они там машину разгоняют до 150 км в час. А дальше чё? Ну, а дальше у них Галая 500 тысяч онлайн. Сколько? 500 тысяч. Ух, ничего 500 себе, тысяч. Бля. Так. О! О, ты, блядь, сейчас ебанет! Блядь! Слушай, готов? Блин. Поднимись повыше чуть-чуть. И тебе не кажется, что мы слишком жестко с ним поступаем? Ой. Сука. Это Сталин. Мочилова, блядь. Это став Твича, это став Твича пришел. О, заботал, пошли баны. Ну, сука.